Ты что сделаешь, ты, брат, одна? А куда разбирать-то? Вы что? Опачки. Подожди, брат, родной, 5 секунд. Сейчас я, блядь, подожди. Нифига себе. Что с бульдогом сделаешь? Я его ебну, если... За что бульдога уебнешь-то? Ребятушки, Дениска позвонил. Дениска, здорово. Брат родной в больнице висит. Ты что, брат родной, здесь? Здорово. Да не надо, не руки. Здорово, да не тяни. Ну-ка, пошли, давай, блядь, на улицу, иди, давай. Ты что здесь сидишь, пьяный? На хлеб, уже сам, там, беру, да. Там... А? Как дела-то у тебя, брат родной? А что, кому-то пришел, что ли? Ну, правда, что он пришел, кому не пришел. Просто погреться зашел, что ли? Ты что, брат родной, тут, блядь? Пойди, он не пришел. Да? Ты что сделаешь-то, брат родной? А куда разбирать-то, вы что? Пешком уйдет, надо. Ох, он выпивает, что ли? Паскудник. Ты что, брат, брат родной? Зрел, что ли? А где он взял? Вы ему дали, что ли? Принес с собой. Че? У него еще деньги есть. Он что, может купить? Ох ты, блядь. Брат родной устроил тут. Ты что, брат родной, тут делаешь? А? Как ты попал сюда, брат родной? А? Братан родной? Ты что, блядь, молчишь-то, блядь, хоть говори. Он уже накушался. Он уже договорился. С кем он разговаривал? Многие еще? Сам с собой. Сам с собой? Многие, блядь, выросли. А что, почему женщины тебе говорят, иди домой, а ты ни почему не идешь-то? Пойду сюда. На Фане, блядь. Ребят, и Михаил. Нет, как он? Будулай. Ты что, люди ругаются, ты здесь сидишь. Вот, ребята, никого не боится, брат родной. А что, он давно сидит-то уже здесь? Давно сидит-то? Ну, постоянно приходит сюда, сидит, не сидит, что ли? Да. А вам не наливаешь, что ли? Мы давай его выходить. Он сам с собой разговаривает. Че, брат, почему не идешь-то? Холодно стало, что сейчас? Рядом у нас на улице зима, вот видите, блин. Косточки разбросаны. А? Косточки разбросаны. Ну, ты что, брат, ну так кушаешь, что плохо? Сиди прямо на этом, на листе, где больные положены. Ты что, брат родной? Я это ему принесли сейчас, дали. Принесли ему? А шапка что? Он в этой шапке был? Да. Вот в этой кепке был? Да. Что, серьезно, в женской кепке? В этой шапке, и это сверху было одето. Да? Да. Ну, брат родной, одень шапку-то хоть. Кепку. А мне рыжий сказал с меня, что это, он во всем женском ходит. В шапке женском. Ну, хорошо. Мы все похуй, мы все, блядь. Ты что, поехал сюда? Да. Блядь, ты на зимний ходишь, нет? Да. А ты, блядь, я знаю, что я был. Денис, спасибо. Давай. Спасибо, Денис. Давай, пока. Че, выпил свой чистый спирт? Жалко. А зачем? Кто их? Не надо их жалеть, зачем? Они же, вон, 43 года. Че его жалеть? 43? Как? Да нет, обалденье, 43 года, чё он? Человек молодой и... Опустите свой... Понял, что сказал? Ты ближе стоишь. Ладно, было бы 70, ты другой разговор, 43. У нас тут 70 есть. Ужас. Одень шапку на свою, покажи, как ты в ней выглядишь-то хоть. Модняче. А ты же сказал, блядь, по всем женскому. Опачки, подожди, брат родной, 5 секунд. Сейчас я, блядь, подожди. Нифига себе, это у меня только пришел, что ли? Не пришел, да. Ну-ка, брат родной, посмотри на меня, блядь. Не видно солнца-то, блядь. Ну-ка, погляди, брат родной, на меня. Вот это, пробаха парень, ага. Сука, пудулай, блядь. А то не холодно, скажи, да? Да? А где взял ты ее? А хули можно веселее, дети, а
Ну, блядь, брат родной, похуй, блядь. Его... Ты модно следить, и я не слежу, скажи мне, похуй. Не, он почему, он за модно следит, да? Ты модный же, брат родной? Мы сюда модно, блядь, сюда. Как дела-то у тебя, брат родной? Да потихоньку. Деньги-то собери, деньги-то что бросил-то? 100 рублей-то убери. Вот, вот деньги, блядь, не видишь, что ли, убери. То что здесь Мишка своровал деньги, убери их. Следы косочки раскидал. А я просто не знаю, где я куда. Я заводил. Дизон. Маленькая кладка. Дизон сделал. Дизон, это красота. Падла горло. Разъебали, похуй на всех. Сиди как дома в больнице. Ты покажи, что это больница. Показал, что это больница. Да, это больница, видите. Вот так вот, брат родной, разъебай. Кто его там жалеет? Просто больница, это главная городская больница. Главная городская больница, видите, брат родной пришел. Да? Домой? Че, домой пойдешь? Да как ты, блядь, столько тебе шмоток-то, блядь? Я мне на хлеб продал, родной. Так я тебе вон 100 рублей дал. На хлеб родной, говорит, блядь. Я тебе пузырь дам. Хочешь, я тебе пузырь дам? Дай пузырь. Пузырик? На, Мишка, дай. Да, давай собирайся, пошли на улицу, я тебе бутылку дам и пойдешь домой. Пойдем на улицу. Но, давай собирайся, брат, собирай все вещи. Я его принесу, он не выйдет. Но, давай собирай все, брат, пошли. Вот пойдем на улицу, я тебе дам бутылку. Нет, ты собирай вещи-то, блядь, или ты здесь остаешься? Здесь остаешься, посижу. Я люблю. Принял полицию за газон. Винтов вызовут, я выгонят отсюда, чё? Вот эти мира умеют. Да ладно, они сейчас терпят, потом надоешь, но для винтов вызовут, и всё. И чё? И приедут. Куда его? Выгонят его. Поближе туда его увезут, и всё. Вообще все. Ну, правда, братан родной, как у тебя здоровье такое? Знаешь, что нравится. Не бухнешь. Не, дай его Мишке выпьет, нахуй. Да. А ты закуски нету, рыбка закусила. Рыбка. Ментай. Рыбка это, блядь. Ментай, это, по-моему. Ментай, ты что, не видишь рыбу, блядь? Это горбуша даже, блядь. Видите, как брат одно чистенький спиртёшка нальёт немножечко на, там в стаканчике. Рыбка там плавает, на сразу же пьёт и закусывает. У меня кружка-то, видите, блядь, модная какая. Ребята, брат родной ломает систему вообще. Тут бывает, блядь, пить нельзя вообще в чистых местах. Брат родной пьёт везде, ему похуй на всё. Да? Брат, ну только собирайся, что ты? Носки разбросил, что ты, блядь? Курочку хоть кушай. О, рыбку кушай. Давай рыбу собирай тоже в пакеты. Как мне? Он сок выжимает, видишь? Все внутри осталось. Давай носки в тарелку положь. Носки в тарелку, но. И курицу-то, а рыбу-то ложь. Давай, прибирайся надо. Что, ты же, блядь, не свинья, что-то хоть бомж, блядь, не свинья. Давай рыбу слаживай нахуй, пакеты. Прибирайся, все, посидел пикничок, устроил, достал, видите, ребят, передохнул парень. Брат родной, Христос воскрес. Не знаю, давай, собирай, пошли. Собирайся, мы тебе дадим еще на дорогу. А? На дорогу ему дадим. Тебе деньги? Нет. А, водки? Воду. Воду, да, святую. Дай, собирай это, что, брат, шапка тоже, блядь. Беретка у него какая. У него везде там шкафики стоят. Моряк попали. Да. А вон там еще забирай. Вот он. Вот он. Он. У него сумок, блядь. Как он хуйня с ними, блядь. Да, брат родной, что ты? Перекурил я в кармане. Сел, перекурил, полтора часа. Брат родной, нахуй, как паскудник, что творит, нахуй. Афганистан. А? Афганистан. Афганистан? Нормальная тема. Че, Чечня. Чечня? Ты там был, что ли? Конечно, был не в Чечне, в Афганистане. В Афганистане везде был. Конечно. Так он бомж. Все было. Все было у меня в жизни. Всегда. Всегда, потому что. Давай, одевай шапку и пошли. Одевай шапку-то. Брат родной. Одни шкалики, блядь. Никого, три шкалика. Кошелек у тебя выпадет, брат родной. Ну, блядь, с деньгами выходит, блядь.
Мы... Так а что, они звезды? Да, братовна? Давай, собирай вещи, пошли. Бутылку-то что с газировкой-то оставил? Это, наверное, вода, скорее всего, просто бутылка зеленая. Но... Брат, ладно, давай, одевай шапку. Блять, тут ты уже не хочешь, нахуй. Вот такой. Они уже заявили. Ага. Видите? Когда? Да, мы знаем, мы же их снимаем уже давно. Брат, родной, шапку ты туда одевай свою, бери тут. Бутылку поставь. Пошли тебе, ты в мульянах. Кибичка две притащи, там отсюда пойдет, да и все. Так и что, я стоит там холодно, так он пока соберет? Нет, ты вытащи ее сюда, и все, чтобы он сразу... А, типа... Да, все равно делаем. Давай, бутылку ты что не забираешь, брат, родной? Бутылку. Я набирал, блядь, нормально. Там просто с водой она. Там уже она пива. Да, брат, родной. А он часто заходит к вам сюда там? Часто. Батяра. Ну пошли, брат, родной. Шапку-то бери, шапку. Лимонад не будешь брать, что ли, брат родной? Забирай лимонад-то. Нет, это, ребята, он, походу, дело, брат родной, не найдет нифига. Да сумка, через плечо одевай. Через плечо одень ее, на шею одевай ее тебе. Вот, вот, видишь, блядь. Я хотел помочь. А? Тебе хотел попросить помочь. Че? Я просил помочь. Но. На, брат, родной, тебе. Водочка. Не потеряй ее, понял? Водка. Водка пей. Ты че я буду? Да я здесь остаюсь, все нахуй. Заебли меня с этим волки. Волки, блядь, заебли. Ну че? Ну, дай ее. Ты, блядь. Брат, родной, ты сейчас не дойдешь так, нахуй. Как ты пойдешь сейчас? Ну все. Я тебе говорил, надо было. Нет. Нормальная тема. Уйду я к тебе. Уйдешь? Конечно. Как ты дойдешь туда? Сука, блядь, вообще. Охуенись, блядь. Люди как-то стесняются, блядь, этого. Дай мне руку, брат. Дай мне руку ему. Нет. Дай руку ему. Да не надо. Да не надо, брат, у тебя руки грязные. Бери, иди, давай. Или что, здесь будешь? Ты меня хоть замахай, заведи. Доведи домой, да ты что тут дойдешь, куда тебя доведут-то? Такси вызвать тебе, что ли? Да почему так? А у тебя деньги-то, блядь, есть? Да хуя не есть. На самом деле, денег не мажешь. Ну что, брат, ладно. Сейчас полицию вызовут, да и все, тогда полиция доставит в дом. А не нахуй. Усики так поднимаются под бутылочку. Да, брат, родной? Брат, родной, так ты, давай иди домой-то, пока трезвый-то хоть. До дома хоть иди. Да? Трезвый. Не подвыпивший, под шофе. Сейчас напьешь, как пойдешь-то? Ты погоди, ну хуй не то. А это хуй за. Иди он, сука. Кто? Выбери. А? Кого сделаю? Кого? Что с бульдогом сделаешь? Я его ебну здесь. За что бульдога ебнешь-то? А почему? Да. Плохо ведет тебя? Он такой ведет тебя, ебать в рот. Че, хуя? Я такой терплю его. Я сам. Смотри, как усики поднимаются. Я смотри, как усики. Давай. Смотри, как гусик поднимается. Дай гони. Да не, дай мешка. Давай пошли, брат, пошли домой. Иди.
делом сюда приехал. Хорошая тема. Опа, рядом ручки вот так поднимаются. Мы поднимем ручки еще так. Сделай так. Сука, брат родной мне поскудник даже. Че тебе? Поедешь, думаю, нет? Я же поехал. Езжай, да? Мне даже багажник не засунул в эту машину, блядь. Они уехали, сами лошади званые. Да? Ты сейчас где, на стадионе живешь, что ли? Не, конечно. Там бегаешь? Не, что вообще не... Футбол-то гоняешь? Всегда, да, родная. Да? А больше нигде еще, сука. Больше нигде не хочешь? Боксом. Не, он кандидат мастера спорта по карате, да? Можно по карате. Ты покажи, как прием, как ты делаешь. Там прием на спине. Вот так вот, нахуй. И все, нахуй. Хуел на себя. Нихуя себе, блядь. Блядь, брат родной, какой бандюга, нахуй. Я бандюга, блядь. Ребята, блядь, смотрите, еще шоу, блядь. Давай. Как у Сишки сейчас покажут вам. И правильно сказать, нельзя пить. Пусть просто не сеется, это тема и другая, я буду сюда. И мастер спорта карате. Ты? И вот сюда его, сюда. Какой пояс у тебя? Черный. Черный? Да не зачем. Убийца надо. Да хуевший, зачем. Ты всех бьешь? Всех бьешь? Я всех бью. Броны сюда были мужиками. А бульдога что делаешь, бульдога? Я убью, я уебну. Там бульдога надо показать. Вообще что любишь его? Да я ебну. Смотри, как ну, они даже стоп эту бутылку вплотную держат, ребята, посмотрят. Щупальца. Щупальца. Осьминога. Медуза будешь, ты медуза будешь. Будешь медуза? Медуза, медуза. Брат родной, собирай вещи, иди давай домой. Давай, брат родной, увидимся. Мы уехали. Давай, скажи, ребята, пока-пока. Да Бог, мы всегда здоровья, блядь. Христос воскрес. Иисус Христа, всегда. Иисус воскрес. Давай, брат родной. Давай, иди домой, ложись спать пораньше. Завтра, да. Завтра рабочая неделя уже. Завтра на работу тебе опять. Да. Сегодня отдохнул уже, все, хватит, да? Поехали. Давай, воистину воскрес, давай, брат родной. Ну все, давай, с Пасхой тебе, брат родной. Давай, иди домой, не мешай женщинам тут работать. Давай, иди домой. Давай. Бери здоровье тебе. Мишка, обними брата родного. Давай, обними Мишку. Иди сюда. Да ладно, ладно. Мишка, веришь, что ты его любишь, нахуй. Да. Все, брат родной, чао, какао. Давай, береги себя, брат родной. Слышь, братан? Да Бог, я не взорвусь. Давай, давай, спасибо, брат родной. Ну все, брат родной, мы уехали. Давай, воскресенье, давай, иди домой. Все. Чао, какао, брат родной. Вот так вот, ребята. Ну все, ребят, вы что, подписывайтесь на мой канал, пальцы кверху. Мы поехали домой, ребят. Вот так вот, ребят, видите. И у них есть где посидеть, есть где выпить, есть что покурить там, есть деньги, нахуй. Так что все у них есть, ребят. Это у меня, может, никогда это не бывает, а у них есть всегда, нахуй. Да уж, блядь. Так что, ребят, пальцы кверху. Пока-пока, Мишаня.